все, приспособлен. Экспериментаторы. Чем это придумают? Толкала. Но пока прямо, потом как он всплывет, потом уже это. Ну, Вася мотор опустит. Я там тебе уже буду подсказывать. Газу, 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 Серега. Газу, газу, давай газу. По-моему, прямо на бетон он едет. Пускай вторую включает. Второй двигатель завели. Широко здесь. Ребята, всем привет. Ребята, всем привет. Ну что, многие писали, что когда металл, когда тайга, когда лес. Поедем сейчас мы в лес, поковыряем маленько железо. Ну, железа там, конечно, нет, но там много оставалось тросов. И эти троса мы сейчас подзаготовим маленько, потом вывезем. Ну а сейчас мы отправляемся на свои места, не знаю, проедем, не проедем. Потому что как сейчас мосты, как сейчас вода, непонятно ничего. Ну поедем пробовать. Да, на квадрике бы здесь не проехал.
Добрались до места. Вылезай. Сейчас вылезай, повисну. Маленько сейчас чаю давай попьем и пойдем на поиски всякого хлама. Ты там фортивата помягче, здесь колотится. Колеса надо закачать, я думаю, блин. Что-то сильно бьет. Металла, конечно, здесь серьезного не будет. Мы здесь уже все собирали. Да, но мы здесь оставляли и жесть, и троса. Такой не ликвид. Но сейчас времена другие настали. Будем забирать. Поднимают все. Но будем забирать и остатки. Давай кушаем, да пойдем. Первая находка. Трос. Мы его будем забирать. И он длинный-длинный. Вон куда идет. Он здесь уже, наверное, метров 30. Этот трос длиннющий. Немного вот отошел. Опять трос лежит. Вот он. Идет, идет сюда. Ну, тут целый склад воронок. Как смолу собирали. Смотри, сколько их здесь. Офигеть. Это такая кучища. Не сверху, это же просто. Насыпано их тут. Просто, видимо, машина приехала, выгрузила. Так здесь они остались. Тут опять очередной трос. Вон, как змея лежит. Вон, там везде. Тросов, конечно, здесь дофига. Но как-то они тяжеловато вытаскиваются. В общем, начали вытаскивать один трос. И уже достаточно таки устали. Вон, вон. Он вообще не кончается. Сколько его здесь метров, непонятно. Все идет и идет. Тут выкопаем. Выдернем он. Связка главное. И еще один трос сразу. Все, ну. Копать надо. Вот туда потихоньку вниз, давай. Готово-то. Зацепили несколько тросов мы, и вон они, какие длины сейчас. Идем, идем. Они нескончаемые. Они длиннющие вообще. Вот сколько я иду здесь. Я вон только где там кончается. Метров 40 точно. Это вот там трос. И вот он. И вон он где кончается. Снова очередной трос. Мы, наверное, все брать не будем. Скорее всего, этот еще кучку сделаем и хватит. Потому что их вот просто вот так не сдашь. С ними еще работы дофига и много. Потому что их надо скрутить, проволокой стянуть. А это все время и время и время. Так что много брать не будем. Килограмм 300 насобираем и хватит. Тоже трос вытащили вон. Во сколько он здесь рядов? Раз, два, три, четыре. В четыре ряда. Это вот. Принесли мы тросик. Вот. Один конец у меня. И вон. Там аж у Сереги. Второй конец.
длиннющие, капец. И разрезать сейчас никак. Везде такая сушь стоит. Не дай бог, что пыхнет. Так что сегодня не режем ничего. Так, таскаем. Такая вот ерунда получается. Ну, потом уже, либо летом, либо уже по снегу. Будем резать на мелкие части их. А ты так, конечно, не загрузишь. Сейчас резать не вариант. Вон трава сухая. От искры сразу пал пойдет. Будем просто их кучковать, чтобы потом найти. Я думаю, что нам хватит. Не будем мы их много собирать. Потому что потом попросту с ними будем возиться очень долго. Подсобирали еще одну кучу тросов. Я думаю, что нам хватит на сегодня. Времени, в принципе, мы немного потратили. Порядка часа, наверное. Они в земле сидят многие. Копать приходится. Резать сейчас никак их. Так бы болгаркой, конечно, пробежался бы, пообрезал их. Сейчас пойдем к каракату. Покажу еще некоторые переделки по каракату. Было маленько времени. Занимались каракатом. Сейчас я вам покажу. А по металлу на сегодня хватит нам. Пару слов о том, что переделали. Сделаю вот такой стульчик. Как вы видели, это уже этот ранец. Устанавливается довольно-таки легко. На два винтика. Все, тут у нас два барашка. Все, крути, закрутили. Ранец поставили. Специально сделал съемный, чтобы потом осенью он не мешал, когда в тайге ездить, чтобы он нам не мешался. Тут все, ничего не болтается. Моторчик довольно-таки хорошо помогает каракату, когда переплывает, особенно весной, по течению, когда вода большая, он хорошо толкает. Вот, вот такая вот конструкция, здесь просто два болта, здесь деревяшка, просто выкрашенная, ну и здесь косынка усиления. Далее мы поменяли рулевую рейку. Вот она новенькая стоит. Старая все начала проскакивать. Винт там нифига не поджимался. В общем, решили купить новую. Также поставили массу мы на аккумулятор. Здесь маленько зашили. Не покрасил, правда, еще, чтобы грохота не было. Чтобы под двигателя так не слышно было. Далее, что было сделано? Была установлена бибика. Так, подсос у нас был, дворники были. Так, что же еще? Ну и сейчас под капотом еще кое-что покажу. Капот пришлось шумкой проклеить. В общем, чтобы он не бремчал и чтобы все равно звук не так идет. Но он сейчас довольно-таки тихий стал. А то до этого прям дребезжало все. Ну и, конечно, как вы видите, уже переделали, конечно же, всю выхлопную систему. Здесь сделали фланец. Через гофру его зацепили, чтобы ничего не отламывало. И саму уже выхлопную купили от Жигулей и привернули на крыло. Здесь асбест положили, чтобы ничего не сгорело. И просто хомутом самодельным затянули. Весной маленькое время было, как бы занимались, пока распутится. Ну, я думаю, что это еще не предел. Что-нибудь еще всяко будет переделываться. Где-то что-то всяко сломается. Так что поживем, увидим. Про каракат, про доработки я рассказал. Тросов пару кучек сделали. Я думаю, килограмм, наверное, он, если все смотать, ну, 250 на килограмм где-то будет. Так, ну и хватит нам. Поедем в сторону дома. Дорога, видели сами, какая не очень. Еще через речку перебираться. Так что будем выдвигаться. Не будем зацикливаться. Троса — это металл такой, второстепенный. Он нам как бы особо-то не нравится. Работа с ним выше крыши. Так что собираемся, выдвигаемся домой. На болото идем. Заезжаем в топи. Болота поедем.
Проехали. Прибыли на речку, устанавливаем моторчик. Аля. Там поднимемся, да? Моторчик установили. Здесь Сергей за руль. Я буду здесь командовать. У штурвала. Ты у руля. А можешь первый? Так. Нормально, нормально идем. Сейчас будем заводить автомобиль наш. Хорошо, не сказать, что много тонет. Нормально. А чё? Все, перетянули мы эту речку. По скорости таракат стал намного быстрее плыть, конечно, чем своим ходом с моторчиком. Все-таки колеса плюс мотор хорошо помогает, толкает. Снесло, наверное, метров 150. Хотя, может, даже метров 100. Но вода сейчас небольшая, упала, как бы течение небольшое. Такая выдалась поездка на сегодня. Как бы и каракат проверили с моторчиком. Кроссов маленько подсобирали. Как бы все не зря. Так что, ребята, видео заканчиваем на сегодня. Больше снимать нечего. Так что всем пока. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч.